16 октября 1992 года была образована одна из ключевых служб Министерства внутренних дел – отдел дознания, который с тех пор занимается расследованием преступлений небольшой и средней тяжести. На протяжении более 30 лет дознаватели стоят на страже правопорядка, ежедневно сталкиваясь с новыми вызовами и сложными ситуациями. На сегодняшний день отдел дознания межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский возглавляет Мурат Бзасежев. Под его руководством работает команда профессионалов, чьи обязанности охватывают широкий спектр задач, связанных с расследованием уголовных дел. Коллектив у нас состоит из двух дознавателей и одного старшего дознавателя. Коллектив хороший, сваженный, работоспособный, с поставленными задачами справляется. Отделение дознания занимается расследованием уголовных дел небольшой и средней тяжести. Это различные статьи Уголовного кодекса. В основном наша работа заключается в выявлении, пресечении и направлении преступников в суд, чтобы они понесли свое заслуженное наказание. Вот что самое трудное в вашей профессии? Самое трудное – это, как говорится, не жалеть своего времени, себя и работать. Работа с людьми тяжелая, люди разные бывают, необходимо большое терпение. Сам Мурат Бзасежев работает в правоохранительных органах с 2012 года. Выбор профессии не был для него случайным. Полицию я выбрал, так как мой отец в свое время работал еще в милиции. Решил пойти по его стопам. После прохождения службы в армии решил туда устроиться. В апреле 2012 года пришел сюда в полицию и проработал в патрульно-постовой службе ровно 5 лет. В последующем, в июне 2017 года, решил перейти в отделение дознания. Дознавателем проработал вплоть до ноября 2021 года. В последующем назначен на должность руководителя отделения дознания, где работаю и по настоящее время. Высокая квалификация сотрудников является залогом успешного выполнения их миссии, которая требует не только знаний, но и умения эффективно взаимодействовать с другими подразделениями полиции. Отделение дознания в своей непосредственной деятельности взаимодействует со всеми остальными подразделениями, без исключения, будь то оперативный блок, сотрудники участковых, патрульно-постовая, со всеми взаимодействуем, все нам оказывают содействие, и в совокупности приходим к успеху. Профессия дознавателя требует от человека больших интеллектуальных способностей, так и творческих способностей. А также надо быть немного психологом, чтобы понимать самого человека и что от него надо. Суточные дежурства и выезды на место происшествий стали неотъемлемой частью их повседневной деятельности. По итогам 9 месяцев текущего года отдел дознания Кашхабльского района занимает первое место среди других подразделений органов дознания. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма и преданности делу сотрудников, которые ежедневно работают на благо общества, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан. Сегодня 32-летие со дня образования дознания в системе МВД России. В этот день хотел бы поздравить всех коллег, в том числе и ветеранов, с праздником, успеха им, а также мира всем.